Сегодня, 15 января, делегация муфтията Республики Дагестан во главе с заместителем муфтия Республики Ахмадом Хаджи Кахаевым посетила с рабочим визитом Левашинский район Дагестана. В начале своего визита Ахмад Хаджи Кахаев встретился с главой Левашинского района Магомед Гаджи Магомедовым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего совместного сотрудничества на 2016 год, а также детально обсудили проведение республиканского маджлиса в Левашинском районе. Напомним, что данные маджлисы проводятся в рамках реализации приоритетных проектов муфтията республики. Магомед Гаджи Магомедов поддержал идею, отметив значимость и благотворное влияние подобных мероприятий на климат в обществе, в особенности на настроение в молодежной среде. Далее делегация отправилась в мечеть села Леваши Левашинского района, где Ахмад Хаджи Кахаев выступил с пятничной проповедью. В первую очередь заместитель муфтия передал джамату села приветствие от муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Хаджи Абдуллаева. Темой пятничной проповеди заместителя муфтия стало достоинство и честь мусульманина. Дорогие братья, альхамдулилля, мы мусульмане, но порой у нас происходят иногда такие вещи среди села, внутри села же такие же разговоры за спиной мусульманина. Делать гейбат за спиной мусульманина, мы испортили его честь. За это мы получаем грех, такой же тяжкий, говорит нам имам Шафии рахмахуллах. Далее представители муфтията посетили региональный отдел просвещения Левашинского района при муфтиате Дагестана. Ахмад Хаджи Кахаев ознакомился с ходом работы и дал некоторые ценные советы и рекомендации.